Доброе утро, дорогие друзья. Мое утро началось с того, что я готовлю вареники. Вчера, как всегда, до обеда был запал, после обеда он, конечно же, у меня уже прошел. И все, у меня в основном энтузиазм на готовку с утра. Если позже, то все. Мясо вчера перемолола, сложила фарш в морозилку и вот оставила немножко. Хочу еще сделать вареники с мясом, да, именно вареники с мясом. Здесь уже тесто я замесила на кефире. Если будете спрашивать, как я его готовлю, есть на каналах у меня рецепты моего теста и дрожжевого, и без дрожжевого, и там еще много разных рецептов моих любимых готовить буду в мультиварке. Вот и хочу сказать, <с Dylan> друзья, вы меня неправильно поняли. Я имела в виду рецепт именно квашеной капусты, как вы ее тушите, жарите. И что вы из квашеной капусты делаете, но вы мне начали рассказывать о том, как вы ее квасите. Я в больших количествах не квашу, не готовлю. По той проблеме, э, э, не проблеме, по той причине, что даже вот я с кулачок себе покупаю, у меня остается. Почему я промывала капусту? Потому что она у меня стояла, и она перекислая. Поэтому я ее смывала. Мне там тоже писали комментарии, что не смывают. Смывают. Потому что ее просто есть невозможно было бы. Она слишком кислая была. Поэтому я смыла для того, чтобы дать ей нормальный вкус. Так что с утра сейчас буду заниматься варениками. Ну что, дорогие друзья, первая порция у меня готова. Вот такие у меня получились варенички. Огромнейшие. Но я такие люблю. Сейчас я возьму тарелочку и покажу, что у меня там внутри. Конечно, у меня сегодня завтрак припозднился. Сейчас время уже 10 час. А я еще, как говорится, маковой росинки во рту не было. При том, что я в 6 часов проснулась, водичку попивала. Так. Посмотрим, что у меня тут получилось. Сейчас у меня там готовится капуста с мясом. И потом еще будет капуста отдельно. Ой, мясо отдельно. То есть три вида будет у меня вареников. вот такие. Ну, сейчас буду снимать пробу. Всем приятного аппетита, кто будет сейчас кушать. Ну что, вот столько у меня получилось вареников. Естественно, я разложу сейчас, как они остынут полностью. Разложу по пакетикам, отправлю в морозилку. И потом по необходимости буду разжаривать их, доставать оттуда. Разжаривать на сковороде мне очень нравится. Конечно, что-то оставлю здесь, в холодильнике, не в морозилке. Ну, в общем, запасики сделала очередные. Начала вязать новую салфетку или скатерть. Я не знаю, что еще получится. Такую затравочку вам дам. Вот такая красота получается. И снимаю по ней мастер-класс. Не знаю, когда он выйдет, но как бы вот столько провязала и уже отсняла. Такая лампа у меня здесь. Если вы помните, я покупала недавно светильник, так он называется, да? Но сделала импровизацию, так как мне не хватает света. Здесь вот такая у меня лампочка огромнейшая светит, вообще супер. И чтобы сильно не било, да, в глаза и так далее, я сняла с того моего светильника. Вот у меня там еще есть и киевский, да. Еще когда была ИКЕЯ, покупали мне с Краснодара привозили, и я сняла плафон и вот так одела. И, в общем, как говорится, гуля на выдумки хитра. Ну, а здесь стоит мой штатив с телефоном, на который я снимаю. Это мой старый телефон. Вот, потому что эээ, на этот телефон снимать невозможно. Я начала снимать без конца. То сообщения приходят, то реклама, то еще что-то а без конца отключается. Это каторга какая-то. Поэтому пришлось мне взять свой старый телефон и снимать на него. Так что и сегодня полдня посвятила тому, что снимала мастер-класс. Итак, что я делала здесь? комнате сегодня, ой, в кухне. Значит, пока у меня варились вареники, я перекинула на нить все петли и э, отпарила мою кокетку. Немножко надо ее еще провязать, потому что э, маловато, на мой взгляд. Пути будет росток 21-22. А мне еще надо, значит, 3 сантиметра провязать. Но я провяжу просто лицевыми рядами и все. Друзья, не могу сказать название пряжи. Вы у меня спрашиваете. Вообще это аналог, наверное, я так скажу, Ализе Ангора Голд. Вот что-то как бы похоже на Лизе Ангора Голд, а то, только а, Симли есть, да? Лизе Ангора Голд, Голд Симли, ну и в принципе можно просто Ангора Голд. Здесь, я не знаю, будет вам видно или нет, золотистый люрикс, наверное, не видно. Ну вот, где-то там видно немножко поблескивает. Золотистый люрикс. В реалии это видно, конечно, очень хорошо, на камеру не так хорошо видно. Я пыталась найти еще где-то один моточек. Я не то что прямо вот все перерывала, а посмотрела в таких местах, где он может быть, но не обнаружила. Я не стала выискивать. Вот когда я этот моточек довяжу, и мне будет необходимость еще взять моточек, мне по-любому не хватит, мне придется комбинировать с пряжей. У меня есть именно Ализе Ангора Голд. Она, конечно, немножко по цвету отличается. Ну и что? Будет такая комбинированная у меня кофточка. Вот. Все остальное, в принципе, меня устраивает надо будет с бросовой нити снять горловинку, отвязать. В общем, дальше нужно будет распределить на рукава и перед спинку отвязать росток. Ну и там уже останется самое то, что будет для меня мучительно. Потому что чем больше растет изделие, тем тяжелее мне вязать в связи с тем, что у меня в квартире жарко. Так, это одно, чем я занималась, я отпарила еще заодно. Видите в каком виде? Потому что я только что с себя сняла и примерила. Буду распускать. Это ж как всегда, это ж как всегда, Вылежалась, а теперь у меня, как говорится, хорошая мысль приходит опосля. Мне нужно будет распустить до подреза и немножко по-другому связать. Не нравится мне, как у меня связана спинка. Спереди все отлично, а по спинке немного меня не устраивает. И по этой причине я вот это распущу вот это количество рядов здесь немного, поэтому без проблем для себя я это распущу и перевяжу по-другому. Вот, и, конечно же, то, что перевяжу, вы увидите. Вверх все отлично. Росток, все единственное, что я же говорю, по спинке мне не нравится. То, что вот здесь вот, Видите, кругло. И это вот здесь прям как мешок висит. Ну, вязальщица, наверное, знает, что это такое. И я примерно знаю, как по-другому связать росток. И здесь не так уж много. Ну, в общем, перевяжу. Перевяжу, чтобы все это было красивенько на мне. Вот это тоже мозги включала, думала, смотрела, тоже заняло определенное время. И хочу вам еще кое-что показать. Сама с себя смеюсь, но ну, ничего. С одной стороны я смеюсь, с другой у меня прям большая гордость. Посмотрите. Носочная фабрика. Вы видите, сколько носков. Это помимо тех, которые я уже ношу. Носки. Это связано мной за этот сезон. Я не помню, когда я его открыла, в ноябре или в декабре. В общем, за холодное время суток мной было связано... Ой, года, за холодное время года мной было связано вот столько как вы знаете, двое тапочек еще у меня таких связано. И они связаны на спицах номер 3,5 или 4. Я вот сейчас точно не скажу, но во влогах я говорила, на каких спицах я вязала. И у меня есть еще одни тапочки, которые я их уже ношу. Вот. Меня, мне задали вопрос, Ирина, Сколько вы связали носком в, это, в этом году? Я не знаю. Частично, что я уже подарила носки а на Новый год дарила. Теперь же вот на носу, опять 8 марта. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А вот эти носочки у меня еще коротыши, да, носки коротыши. Это такие с длинным паголинком, да. А эти немножко укороченные. Вот это 15 получается. Это только носки. Плюс, вы помните, еще вот такие носки я их ношу. А потом э из серии вот. Ну, ну в общем, еще три пары. Я ношу это, это. Ну, пар 20 я связала. Пар 20 это точно я связала. А, нет. А еще ж плюс подаренные, я же подарила Наташе, Диме. А, подарила э -э, на девушке. Это три. Значит, кому я еще дарила? Еще моей знакомой хорошей, и ей, ей и мужу, ну, пять еще. Ну, пар 25 я еще уже связала. Вот, ну, сезон же ж еще не закончился. И еще не всю носочную пряжу я испробовала из этой серии. Вот Астра, которая, я же тоже не испробовала еще всю пряжу. И подаренную пряжу я еще не всю испробовала в расцветках. И самое главное, что я сделала, я в этих носочках заправила, наконец-то, все кончики. <с> теперь они у меня кончики все заправленные. Все отлично, все хорошо. Замечательные носочки. Можно теперь спокойной душой отправить их в ожидание в сундучок. Носочный, и пусть они там ждут, выжидают. По поводу кокетки я вам не сказала. Вот пряжу, почему я вам не скажу, потому что пряжу вообще мне присылали с Польши. Кто-то из подписчиков мне говорил, что в принципе у нас можно купить такую пряжу, но она очень дорогая. Может, мне попадется этикетка, я тогда вам покажу или расскажу, что это за пряжа. Я думаю, что не, не последний раз еще у вас будет на экране мелькать эта кокетка, потому что я все-таки ну, хочу ее довязать. И вот сейчас у меня прям такое желание. Ну, посмотрим. Так что, дорогие друзья, э у меня сегодня прям плодотворный рабочий день был такой хороший. Помимо этого, я еще распустила, как видите, без распуска. У меня же я ж никуда. Почему? Потому что я махнула не глядя, как всегда. У меня же схема есть. Вот. И тут, если по схеме посмотреть, вот эти пупырышки, они ниже, а вот эти пупырышки, они выше. А я их сделала на одном уровне, не глядя в схему. Ну, я ж такая шумная, да, зачем мне схему смотреть? Я их уравняла. И получилось, когда я вышла дальше вязать и начала смотреть, чтобы вот продолжение, да, здесь вот оно такое, здесь оно, опять же, ниже. Я увидела, что я допустила ошибку. Естественно, все это я распустила несколько рядов. Буду продолжать вязать <laughs>, по новой. Вот. А если учесть, что э, я вяжу этим крючком номер один. Я вначале э, э, вязала крючком э, 2, ой, двадцать 25, а потом поняла, что это для этой пряжи э, толстовато. Перешла на крючок номер один. И, в общем, буду вязать продолжать но пока вот распустила распускать я люблю вы же знаете вязать и перевязывать это у меня в крови по другому никак ну вот такой, вот такие у меня сегодня движения были да? до обеда я занималась варениками снимала мастер-класс после обеда какими-то там мелочами, а эти мелочи отнимают больше времени, чем, допустим, сел, что-то провязал. Кофточка с бобиной пряжи еще продолжает сохнуть. Я, наверное, ее сегодня занесу в квартиру, потому что она на улице там будет, на балконе будет еще долго сохнуть. Надо будет, чтобы она высохла и понять, что с ней делать дальше. Вот такие вот дела. Наверное, на этом я закруглюсь. Как всегда, пожелаю всем добра, хорошего настроения. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.